На прошлой неделе в Кашхабльском районе прошла профилактическая акция по предотвращению аварийности с участием водителей легковых такси и повышению безопасности пассажирских перевозок. В рейде приняли участие сотрудники госавтоинспекции района совместно с отдельным батальоном ДПС роты номер 3. Они проверяли у водителей, осуществляющих перевозку граждан, соответствующую документацию, наличие прохождения медицинского осмотра, наличие специальных удерживающих устройств для перевозки детей. За период проведения операции было выявлено 4 нарушения. Госавтоинспекция призывает водителей легковых такси к соблюдению правил дорожного движения.